Я Анна. Добро пожаловать в Будапешт Real Estate Club, клуб владельцев недвижимости Будапешта. Вы ищете, чтобы приобрести квартиру стиля люкс в Будапеште? Я бы очень рекомендовала вам посмотреть наш ролик о квартире, которая находится в престижном части Будапешта, 6-м районе, недалеко от дипломатического квартала. Буквально в нескольких метрах расположены такие известные посольства, как посольство Российской Федерации, Австрии, Китая и другие. Известные виллы и школы. Самый известный престижный бульвар Андраши находится буквально в 2 минутах ходьбы. Уникальность этой квартиры заключается в том, что она расположена в отдельно стоящем здании, в тихом дворе дома. И во всем доме находятся всего 2 квартиры, одна из которых сегодня представлена вам, и она продается. Эта квартира выполнена с элементами дизайна интерьера. Квартира 68 квадратных метров, но я хочу рассказать вам секрет. Семья, которая продает эту квартиру, это известная семья архитекторов. И они полностью сделали перепланировку этой квартиры. Квартира имеет 2 спальни и дополнительные 30 метров площади, которая является надстройкой 2-го этажа. Давайте посмотрим, я проведу вам тур по этой квартире и расскажу маленький секрет. Эта квартира имеет уникальное предложение, которое очень редко для Будапешта. 48 квадратных метров террасы. Летняя терраса – это прекрасная возможность наслаждаться Будапештом в ваше свободное время. Итак, эта квартира 68 квадратных метров плюс 30 квадратных метров 2-го этажа и плюс 48 квадратных метров террасы в общем составляет 146 квадратных метров. Давайте же пройдем и посмотрим все комнаты этой прекрасной квартиры. Прямо напротив входной двери расположена дверь, которая ведет в спальню, первую спальню. И тут же располагается дверь, которая ведет в ванную комнату. С правой стороны от входной двери расположен стеклянный шкаф, встроенный стеклянный шкаф, который является большим бонусом для того, чтобы хранить ваши вещи. Итак, первая спальня. Как я уже сказала, обе спальни имеют дополнительную площадь. На первом уровне этой спальни расположен диван. Все элементы этой квартиры выполнены из натуральных материалов, к примеру, дерева. И давайте пройдем на верхнюю часть этой спальни. Я покажу, как она выглядит наверху. Здесь точно также расположен большой шкаф, где хранятся вещи, каблучки. И, к примеру, вот здесь вот вы можете увидеть письменный стол. И здесь же расположена огромная кровать. Квартира продается со всей мебелью и со всеми элементами дизайна, включая все лампы и освещение. Каждая комната имеет кондиционер. Высота потолка комнаты составляет 3 метра 80 сантиметров. Эта прекрасная квартира имеет очень большие окна, в том числе. Это как один из больших бонусов этой квартиры. Теперь давайте пройдем в ванную и посмотрим, как же выглядит ванна. Владельцы этой квартиры использовали элементы итальянского дизайна. Если вы видите, огромные 2 зеркала расположены прямо на самом входе в ванную. Огромнейшая ванная, которая мечта любой женщины иметь в своей квартире. Все элементы, как я уже сказала, выполнены, сделаны из итальянской плитки, в том числе мозаики. Тут же расположен туалет. И тут же расположен большой встроенный шкаф с зеркалами, зеркальными дверями. И, как я уже сказала, все лампы и все освещение включает в цену этой недвижимости.
теперь пройдем и посмотрим, как же выглядит гостиная. Гостиная, американская кухня. Как мы видим, с правой стороны это вход на летнюю террасу, 48 квадратных метров. А с левой стороны у нас вход во вторую спальню. Ну и сейчас я хочу вам показать, как же выглядит гостиная. Гостиная выглядит просто уникально, потому что она разделена на несколько частей. В том числе вы видите место столовой. Очень красивые дизайнерские лампы. И как большой бонус, огромное зеркало, которое расположено прямо напротив стола. Здесь же расположена наша кухня и кухонный гарнитур. А сейчас я хочу рассказать вам о очень большом бонусе этой квартиры. Это камин. Камин в Будапеште это не очень типичная, даже очень уникальная предоставляется возможность вам для того, чтобы во время зимних вечеров выпить бокальчик вина и насладиться горением дерева в вашем камине. Это секция гостиной, это кожаный диван вместе с креслами, где можно наслаждаться, смотреть телевизор, а вот это вот наша кухня. Кухня, все дверцы кухонного гарнитура выполнены тоже в итальянском стиле, белого цвета. Здесь находится электроплита и электродуховка. Также встроена стиральная машинка. Очень красивого итальянского дизайна смеситель. И тут же находится встроенный холодильник. Как я уже сказала, это итальянская плитка, которая положена на пол в стиле мрамор. А теперь давайте пройдемте наверх, и я покажу вам, как выглядит вторая спальная комната. Сразу прямо напротив расположен зеркальный шкаф. Телевизор, конечно же, врезанное окно и огромная королевская кровать размера king size. Очень красивые элементы освещения, балдахин. И, как я уже сказала, вся квартира продается со всеми элементами мебели. А теперь давайте пройдем вниз. И я с удовольствием представлю вам бонус этой квартиры. Это летняя терраса, 48 квадратных метров. А теперь давайте пройдем на летнюю террасу, которая составляет 48 квадратных метров. Вы видите прекрасные растения, расставленные по краям. Пол сделан из дерева. И, как я уже сказала, вся мебель включена в цену покупки этой квартиры. Если бы я была покупателем этой квартиры, я бы обязательно сделала бы здесь джакузи или сауну. Вы видите огромные прекрасные окна исторического здания, которые составляют великолепный стиль и дизайн этой прекрасной террасы. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, как приобрести эту недвижимость, обращайтесь, я с радостью отвечу на ваши вопросы.